Монгольские грибы очень популярны. В 400 километрах к югу от Шилингола находится Джанцзякоу, ворота в древней Великой Стене. Когда-то это был ключевой торговый путь, именно здесь монгольские грибы получили свою славу. Белые грибы толстые, плотные, ровные по текстуре. Это элита монгольских грибов. Бросьте их в кипящую воду, чтобы они разбухли. И за 2-3 часа белые грибы приобретут свою настоящую форму. Чтобы приготовить суп из монгольских грибов, добавьте воды и продолжайте помешивать. Воду нужно 3-4 раза сменить, а грибы помешать свыше 1000 раз, чтобы выбить весь песок. Зимние побеги собирают в 2000 километров отсюда, в Цзянане. Однажды они пересекли горы и переплыли реки, чтобы впервые встретиться с монгольскими грибами. Моченые высушенные побеги и белые грибы режутся и тщательно тушатся в бульоне, а затем обжариваются в большом количестве масла на слабом огне. Масло начинает пропитывать грибы, и они становятся набухшими, гладкими и влажными, а кусочки побегов вновь приобретают хруст. В конце добавим грибной бульон. Цзянанские зимние побеги встречаются с монгольскими грибами к северу от Великой Стены в блюде «Тушеные грибы с зимними побегами бамбука». Это знаменитое северное блюдо с 300-летней историей не только вкусное, но и предоставляет пространство для воображения –